За норму принята острота зрения единицы, то есть 100%. Но некоторые люди потенциально могут видеть и 120%, и 150%. Это связано с состоянием сетчатки. Чем больше фоторецепторов колбочек в центральной ее зоне, тем острее зрение. Даже если пока, человек может это оценить, надев очки или контактные линзы. Наша задача с помощью лазерной коррекции убрать аномалии рефракции, после чего человеческий глаз сможет полностью реализовать потенциал, заложенный природой.